Программа «Чрезвычайная ситуация» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель. Природа семейных конфликтов и их последствия в центре нашего внимания сегодня. «Хорошее дело браком не назовешь», гласит народная поговорка. Так считают те, у кого от семейной жизни остался лишь пепел обид и сплошные разочарования. Проблема в том, что брак – это форма союза двух взрослых людей, которые часто отличаются друг от друга взглядами, философией, характером, уровнем морали и интересами, но нуждаются в реализации одинаковых психологических и физиологических потребностей. Не спешите, узнайте друг друга получше, часто советуют молодым родители и психологи. Но куда там, молодо зелено. И мало кто задумывается о том, что для счастливой жизни недостаточно просто желания создать семью, надо быть к этому готовым, уметь брать на себя ответственность. Любые проблемы можно решить, если не испытывать иллюзий по отношению к партнеру и самому себе. Никого не обвинять, не строить из себя жертву, не искать отдушины в алкоголе и на стороне. Печально, но герои сегодняшней программы сделать этого не смогли. Чрезвычайная ситуация, которая произошла в Новобелецком районе Гомеля 23 октября 2016 года, просто шокировала общественность. 36-летний отец на глазах своих маленьких детей выбросил из окна 7-го этажа бывшую жену. Женщина пережила клиническую смерть, но медики смогли запустить ей сердце. Однако спустя сутки из-за травм, несовместимых с жизнью, пациентка скончалась в реанимационном отделении Гомельской больницы. На помощь шла, если надо было что помочь, она как бы и телефоны какие-то достанет где-то, когда надо. Очень жизнерадостный человек. На конфликты между супругами соседи обратили внимание еще за несколько лет до случившегося. Однажды мужчина так избил свою жену, что ей пришлось снимать побои в милиции. После инцидента супруги развелись. Однако долгое время не могли решить вопрос, как разделить приобретенную на общие деньги трехкомнатную квартиру, и продолжали жить вместе. Дошло до того, что бывший муж привел в дом другую женщину, и конфликты обострились. Предыдущий раз, когда он там что-то придушил или что-то, ну, что-то такое было. И так она говорила, что, ну, как бы он сидел спокойный, адекватный. Ну, что она рассказывала, это было, конечно, что-то. В этой истории не было алкоголя. На момент совершения однозначно безрассудного поступка глава семьи был абсолютно трезв. С его дочками, девочками 9 и 13-летнего возраста, до сих пор работают психологи. В Следственном комитете поступок мужчины, явившийся по сути жесткой реакцией на критику жены, квалифицировали как убийство, совершенное с особой жестокостью. Вот данные официальной статистики. За 2016 год на территории Гомельской области в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 379 конфликтов. Это на 50 фактов больше, чем в позапрошлом году. На фоне личной неприязни за последние 13,5 месяцев в семьях было завершено 18 убийств. Зафиксировано 39 фактов причинения тяжких телесных повреждений, 20 случаев рукоприкладства, не повлекших за собой утраты здоровья потерпевших. Следует отметить, что в сравнении с периодом 10-летней давности количество семейных конфликтов сократилось вдвое. Однако с 2013 года тенденция на уменьшение велотекущая. Между тем, медики утверждают, что число пар, которые в последнее время сталкиваются с острыми психологическими проблемами из-за неверного представления о ролях и обязанностях в семье, существенно возросло. Когда люди создают семью, как правило, они на эту тему никогда не разговаривают, поэтому они понятия не имеют о том, какие представления у моего там будущего мужа или будущей жены о том, как мы будем строить свою семейную жизнь. В лучшем случае они мечтают об особняках, о квартирах. Именно нежелание самостоятельно решать проблемы, брать на себя ответственность и разбираться в собственных недостатках толкнуло 39-летнего мазырянина в январе прошлого года на преступление, которое заставило содрогнуться не только жителей Гомельской области, но и всей страны. Чтобы наказать жену и сделать ее виновной в распаде отношений, мужчина пошел на убийство собственных детей. 9-летнюю Киру он задушил, а 17-летнего Влада лишил жизни с помощью молотка. Предполагаем, что вероятнее всего, сначала убил девочку Киру, задушил ее собственными руками ее в комнате, она ничего не подозревала, сзади душил. А после этого пошел к сыну. В тот момент он сидел на компьютере и игрался, видимо, в компьютерные игры. Он нанес удар сзади ему по голове. На такой абсурдный и невообразимый для нормального человека поступок мозырский папаша решился за несколько дней до суда, на котором его во второй раз должны были развести с женой. К тому времени отношения супругов исчерпали себя полностью, но извленное самолюбие мужа не позволило оставить ему все как есть.
он как бы дал такое некоторое время на раздумье своей жене о том, что, ну, вот тебе, к примеру, там, неделя или две, 10 дней, там, условно говоря, на то, чтобы вернуться. Не вернешься, я тебе вот убью детей. Он дал как бы такой срок. Женщина не хотела возвращаться из-за постоянного рукоприкладства, которое в отношении нее допускал супруг. Верить мужу больше не могла и решила испытать счастье с другим мужчиной. Она и представить не могла, какую придется заплатить за это цену. Когда он приехал к ней домой, он заставил ее выпить вина. Ну, после этого рассказал, что он совершил убийство. У нее началась истерика. В тот момент и старший сын тоже находился дома. Она вот сказала ему, чтобы тот быстренько вызывал милицию, сын со своего телефона, и начал звонить в милицию. Ну, обвиняемый вырвал у него этот телефон, сказал, что я сам сообщу. Никто из близкого окружения осужденного до сих пор не может понять, как у него поднялась рука совершить такое циничное злодеяние. Тем более, что по рассказам родственников, своих детей он любил. Следователи говорят, на момент совершения убийства мужчина был пьян. В декабре 2016-го он был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу и не стал оспаривать решение судейской коллегии. Пьяному море по колено. И, конечно же, нетрезвый человек не отдает отчет своим поступкам, когда им овладевает чувство ярости и гнева. Но бывают случаи совсем иные. Спокойный, рассудительный и уравновешенный человек вдруг хватается за нож и навсегда избавляется от причины своих страданий одним незамысловатым, но резким движением руки. Так произошло в одной совершенно обычной гомельской семье. С первого взгляда вполне себе благополучная. Ссор никогда не выносился из избы, пока у жены не кончилось терпение. 31 декабря, прямо накануне 2017-го, ее супруг изрядно перебрал спиртного и стал раздражать женщину вызывающим поведением. Муж длительное время злоупотреблял спиртными напитками. У них на этой почве возник скандал. В ходе указанной ссоры жена, находящимся у нее в руках ножом, ударила мужа в область жизненно важных органов, а именно в шею. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Психологи говорят, что отношение хищник-жертва самое распространенное среди супружеских пар. Кто-то всегда занимает позицию лидера и не желает ей поступиться, а кто-то первый идет на поклон и всегда старается сгладить вину. Проблема усугубляется, когда такая модель поведения входит в систему и появляются поведенческие стереотипы. Ну, к примеру, возьмем муж, алкоголик, его начинают спасать и очень хорошо понимают, какой он. Все строят жизнь так, зная о том, что он может выпить, не прийти, что он не заберет детей, допустим, из детского сада. Или что-то еще такое, потому что он вот такой. Вот. С другой стороны, его ненавидят за то, что он такой. А он все время находится и испытывает чувство вины и стыда. И когда этот человек находится в трезвом состоянии, а вот это как раз-таки чувство очень невыносимое, стыда. И это одна из таких глубоких психологических причин, которая поддерживает его зависимость. Сегодня закон позволяет к таким людям применять широкий спектр мер воздействия – от бесед и разъяснений до административного и уголовного преследования. Превентивным мерам закона о профилактике относится такая мера, как защитное предписание, благодаря которому сотрудники милиции могут применять такую меру наказания или принуждения к семейным скандалистам, как обязанность покинуть общее жилище совместное проживание с тем лицом, в отношении которого совершаются семейные скандалы. Протокол на семейного скандалиста может быть составлен даже без наличия следов побоев на теле потерпевшего, так как данная мера применяется не только за физическое насилие, но и за психологическое, вплоть до давления, связанного с финансовым превосходством. Не стоит никогда стесняться обращаться в органы внутренних дел, потому что это наша работа. Мы всегда придем на помощь и не допустим совершения тяжкого преступления. Не проходит и дня, чтобы на пульт дежурной службы Управления внутренних дел Гомельского облсполкома не поступил вызов о скандале в семье, драке или рукоприкладстве. Другое дело, что исход таких сообщений бывает разным. Не все они заканчиваются административным или уголовным делом. Однако абсолютно все берутся на контроль и становятся поводом для работы субъектов профилактики. Проверить эти утверждения съемочная группа программы «Чрезвычайная ситуация» решила собственноручно и провела всего лишь несколько часов дежурства в составе
составе оперативных служб железнодорожного и советского районов областного центра. Нам поступило 3 сообщения о семейных конфликтах. Последствия одного из них мы запечатлели на камеру и попытались разобраться в ситуации. Вот поскидывался на свете, а потом начал меня бить. Вот ударил мне в глаз. Как только сын Тамары Петровны вернулся из мест не столь отдаленных, так и начались в семье постоянные конфликты. На работу мужчина не ходит, пьет, если что, сразу в ход пускает кулаки. В том году он меня побил, тоже был сильно. Здесь синяк был мне, здесь синяк вот был, все лицо, здесь синяк был. День рождения ребенка – это в первую очередь праздник родителей. Вот и преподнес Тамаре Петровне сын настоящий подарок. Прямо в день своего 31-летия едва не выбил матери глаз. Обвинил потерпевшую, что она выгнала его гостей и решил совершить возмездие. Милиционеры посоветовали снять побои и сказали, что если мать напишет заявление, то примут меры. Семейный скандалист уже давно стоит на учете в милиции. Теперь ему грозит или новая статья, или принудительное лечение. В прошлом году в лечебно-трудовой профилактории признаны годными и направлено 1030 граждан. Это больше, чем в 2015 году. Хочу обратить внимание, что и в этом году по итогам января уже наблюдается положительная динамика направления данных лиц в лечебно-трудовой профилактории. Алкоголь и тунеядство – главное условие большинства преступлений и правонарушений в семье. Для правоохранителей это настоящая проблема, и решается она не только их силами и средствами. Есть еще такая мера профилактического воздействия, как посещение смотровыми комиссиями, которая распространена только на территории нашей области. Мы привлекаем в данной работе сотрудников социальных служб, сотрудников образования, управления здравоохранения. Однако не только пенсионеры страдают из-за насилия в семье. Дети – еще одна наиболее популярная и легкая мишень. У нас скандалы происходят, даже статистики конкретной нет, но процентов 30, где проживают многодетные семьи. Исключительно по этой причине первым зампредом исполкома Приваловым Владимиром Александровичем обращается внимание именно на многодетные семьи, с которыми мы работаем постоянно и ежеквартально, они проверяются в полном объеме. Доверие – главное условие, на котором базируются стабильные отношения супругов. И когда оно исчезает, рушится и семья. В сентябре прошлого года так произошло и с обвиняемым в убийстве своей бывшей жены, 55-летним жителем областного центра. Когда мужчина узнал, что прежняя возлюбленная тайком в очередной раз забрала у него крупную сумму денег, то убил ее прямо на глазах у многочисленных свидетелей. Он взял нож на кухне, вышел на улицу. И, встретив ее на улице, нанес ей 2 удара в область живота и груди, и второй удар попал в область сердца, и потерпевшая скончалась на месте происшествия. Считается, что чем больше макроэкономических трудностей в государстве, тем хуже психологическая обстановка в семьях и больше фиксируется бытовых конфликтов. Но это не совсем так. Проведенный специалистами анализ показывает, что огромное количество правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений происходит и в странах со стабильной экономикой. Из этого следует вывод, что к причинам семейного неблагополучия людей во многом нужно относить и явления микросоциального характера. Алкоголизм и игроманию, наркозависимость и низкий культурный уровень супругов, нравственно-психологическую неподготовленность вступающих в брак, особенности личности и социальную незрелость. Счастливые семейные отношения – это не бесконфликтные отношения. В любых счастливых семьях тоже происходят конфликты, но они не настолько глубокие и не настолько кардинальные. Они не приводят к разрушению отношений, они приводят к появлению новой перспективы. И к тому, чтобы эти отношения оставались интересными для всех участников этих семейных взаимоотношений. Любая крепкая семья держится на 3 китах – любви, доверии и уважении. Важно не усугублять ситуацию, а стремиться к преодолению разногласий, смотреть в суть проблемы и уметь признавать собственные ошибки. К счастью, большинство семейных конфликтов разрешается не опасным для жизни способом, иначе мир, в котором мы живем, вряд ли можно было бы назвать миром людей. Это была программа «Чрезвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4». До встречи!